чуваки, короче, ехал со съемок, очень сильно опаздывал на баскетбольную тренировку, взял в уш вот. Блядь, как бы не разъебаться. Так вот, бля, это пиздец смех, сейчас я вам скину видос, вы просто очумеете. Вот этот чел там едет, не знаю, насколько видно. Алик Шмундель, он сбежал с места преступления. Мужик, чё ты наделал? Он, блядь, шлагбаум сломал. Пацаны, всем привет, сейчас мы на баскете. Я побросал чуть, поразгнался с пацанами, пацаны, если что, все хорошо. Я не знаю, как я так врезался, я, короче, еду. Поворачиваюсь, Вага, типа, он объехал это. А я поворачиваюсь, это тоже хотел. Я поворачиваюсь, я уже в этот шлагбаум. Я вообще офигел. Ну все хорошо, если что. Я на баске. Тут вот разминаются. Там стиль. Готовимся.